Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с днем Великой Победы. Это победа жизни над смертью, добра над злом, потому что если бы не было Дня Великой Победы, если бы не встретили 9 мая 1945 года, то нас бы просто не было, никто из нас не существовал бы. И огромная благодарность нашим дедушкам, нашим прадедам, бабушкам, прабабушкам за то, что они внесли такой огромный вклад, жертвуя собой, в Великую Победу. И теперь мы за них молимся Господу и поздравляем всех, ибо этот день, он абсолютно всех объединяет. И неважно, кто там русский, белорус, украинец, казах, якут, бурят, все народы, населявшие нашу огромную державу, они объединились в борьбе против фашизма, как этого зла, который пытался разрушить весь мир. И вот День Победы, он и сегодня объединяет всех нас. Неважно, какая национальность, неважно, где ты живешь. Главное, чтобы ты тоже своим сердцем был причастен Дню Победы, воспевал этот день, благодарил за него Бога, молился о упокоении тех, кто положил свою жизнь за эту великую победу. И таким образом и мы все вместе, дорогие братья и сестры, в этот день постараемся быть достойными сыновьями, достойными внуками, правнуками, правнучками тех, кто боролся за это великое дело, чтобы и сейчас нам уметь противостоять фашизму, который тоже вот иногда пытается давать свои ростки, но мы, объединяясь вместе, конечно же, не допустим это зло, чтобы оно не вредило нашей огромной державе. И с этим-то, и с этой молитвой обращаемся ко Господу. И всех вас сердечно еще раз поздравляю с Днем Великой Победы!